Маленькая, ты знала, как проходила эволюция мясных изделий? Ну, помнишь же, в Советском Союзе был ГОСТ, все как положено, да. Если это мясо, значит, это мясо. Да. Значит, смотри, что происходит сейчас. Первое, мясной продукт. Да. Второе, мясосодержащий продукт. Да. Третье, с добавлением мяса. Точно, да. Четвертое, со вкусом мяса. Пятое. С ароматом мяса. Шестое. Лежало с мясом. Это еще не все. Седьмое. Это делал человек, который ел когда-то мясо. И самое пит. Слушай, слушай. Как говорил Задорнов, воздуха наберите. Восьмое. Это делал человек, который знал человека, который ел мясо.